Продолжение спортивной темы. Чувашская спортсменка Ирина Юманова одержала победу в 28-м сибирском международном марафоне, который прошел в Омске. Дистанцию в 42 километра 195 метров бегунья преодолела за 2 часа 39 минут. Всего на стартовую линию в Омске в этом году вышли около 6 тысяч любителей бега. К слову, Юманова в прошлом году стала серебряным призером этого марафона. Соревнование входит в список 50 лучших марафонов мира по версии Ассоциации международных марафонов и пробегов. Проводятся с 1990 года.